В России впервые перенесли номер мобильного телефона от одной компании к другой. Успешные испытания провели Мегафон и Теле2. За ними наблюдали в Минкомсвязи. Сообщается, что после того, как номер переехал, он смог совершать и принимать звонки, отправлять и получать смски. Тесты обещают продолжать, чтобы проверить другие сервисы. По закону, услуга переносимости номера должна заработать в России 1 декабря этого года. Операторы уже давно говорили, что не успеют. И накануне газета «Коммерсант» сообщила, что срок могут перенести на март следующего года. Тем более, что правительство до сих пор не выбрало компанию, которая создаст базу данных перенесенных номеров и будет ее обслуживать.